Привет, друзья! Сегодня будем снимать видео про очередные посылки из Китая. Итак, первое. Я тут уже не выдержал. Первую посылку вскрыл, распаковал. Прям мне не терпелось, потому что долго ждал. Вот. Пришли, в общем, такие вот интересные часы. Я заказывал. А вот с такой вот интересной. С таким логотипом. Скмэй. Скмэй. Вот, вроде как говорят, хорошие часики. Здесь в них ничего такого нету, за исключением интересной вот подсветки. Так, а ее не видать. Если вот так вот сделать, может быть, он слегка будет видно. То есть фишка подсветки заключается в том, что подсвечиваются сами цифры, а не сам дисплей. Ну, плюс эти часы якобы водонепроницаемые. Здесь две такие голографические наклейки. Очень удобно на руке сидят. Потом есть будильник, секундомер, календарь. Собственно, больше ничего в них нет. Стоят они тоже недорого. Относительно, конечно. За $5 я их купил. Вот, вот. Такие нормальные спортивные часы. Поехали дальше. И вот буквально полчаса назад забрали из почтового отделения вот этой посылки. Сейчас посмотрим. Я так на ощупь уже примерно определил, что тут. Опа! Что у нас здесь? Вот такое вот интересное устройство. Это у нас автомобильный трансмиттер. Ну, я не знаю, его каждый по-разному, конечно, называют. Но фишка в том, что подключается он к прикуривателю автомобиля. Сюда подключается флешка. Здесь, по идее, должно где-то еще под SD-карту быть разъем. Ага, вот он сбоку под SD-карту разъем. Это под AUX. Оба, смотрите. Видите? Болтается. То есть, что это такое? Ну, видно, что не совсем качественно. То есть там что-то, блин, отходит. Или шуруп не докручен. Так вот громкость регулируем, и все. Тут тоже что-то переключается. В принципе, кнопки нажимаются неплохо. И покрытие сделано что-то типа soft touch. Хотя, по-моему, это оно и есть. Интересно. Ну ладно, пойдем дальше. Комплектуется все это дело у нас таким беспроводным инфракрасным пультом, AUX кабелем и плавким предохранителем. Так, ну вот это, конечно, это жесть. Там прям что-то прям недокручено. Ну ладно, предохранитель куда подключать? По-моему, то сюда. Так вот это должно откручиваться. Ага, ой, оба. Здесь уже один есть предохранитель. Это там запасной предохранитель. Все понятно. Так вот это все дело у нас вставляется. Секундочку. И на место мы прикрутим. Конечно же, в машине я это проверю. Но я боюсь, что из-за кочек вот это вот часть, она может со временем отвалиться. Я не понимаю, зачем так сделали-то, а? Что-то там не докручено, короче. Вот тебе и Китай. Идем дальше. Еще одна посылочка. Так, так. Тут у нас что-то такое интересно длинное. Так, мне бы не повредить все это дело. То я от нетерпения могу. Так. Ага. Это похоже у нас моноплод для селфи. Не стал я покупать здесь в ДНС. Пожалел я.
Он тут такой стоит, по-моему, рублей 600. Да. За рублей 600 он. Здесь с кабелем кнопочка есть. И вот так вот он телескопически выдвигается. Интересно. Ну-ка. Мне, конечно, интересно его испытать. Блин, телефон не взял. И тут. Здесь вот эта вот штука. А, это регулируется у нас по вот таким вот углам вправо-влево. Этот фиксатор у нас так вот вверх-вниз. И здесь на пружинке все это дело. Фиксаторы стоят. Все это дело резиновое. Сделано довольно-таки неплохо, я бы сказал. Вот, то есть он довольно длинный. Довольно очень даже длинный. Я думал, что он будет меньше. Но я фиг знает, как это показать. То есть вот, не знаю, метра полтора минимум. То есть он такой нормальный. Ладно, сейчас селфи попробуем сделать. Ну вот такие вот у нас сегодня пришли посылки. Будем пользоваться. Из них я бы выделил, наверное, только часы. Что они такого довольно-таки хорошего качества. Я даже не ожидал, потому что до этого у меня уже были из Китая часы. Немножко другие, качество было другое. Вот этот проигрыватель. Вот своей вот этой вот фишкой меня, конечно, не порадовал. Что это вот? Ну, монопод неплохой. Сейчас проверим, как он работает. Ладно, всем до встречи. До встречи в следующий раз.